Принцессы, королевы красоты, светские львицы, автоледи. Откуда вообще взялись все эти королевы говна и пыли, если дворян в России было всего 1-2%, а 90% населения составляли люди так называемого низшего сословия? Предки обычной среднестатистической российской женщины, скорее всего, были крестьянами, а значит, много и тяжело работали. Но вот вам она почему-то заявляет, что ни кухарка, ни уборщица и ни домработница. Бабушка крутила быкам хвосты, стоя по колено в навозе, а внучка ломает из себя знатную даму и требует, чтобы перед ней открывали дверь и уступали ей место. Вы когда-нибудь слышали, чтобы своего сына родители называли принцем? Скорее уж назовут мужиком, а вот дочери все поголовно принцессы. Если мужчина скажет, что он бог, король или автолорд, то в лучшем случае над ним посмеются, а в худшем отправят в дурку. Но вот женщин очень часто называют богини, королевы, автоледи. Это как бы в порядке вещей и никого не смущает. Но женщина, которая требует от вас называть ее богиней и целовать песок, по которому она ходила, еще 50 лет назад была бы какой-нибудь дояркой, швеей-мотористкой или посудомойкой в заводской столовой. И каждый день, как миленькая, 8 часов убирала бы за коровами навоз, строчила на швейной машинке или мыла посуду. А сегодня она, видите ли, не уборщица и не посудомойка. А 150 лет назад эта женщина, скорее всего, была бы дворовой девкой, которую бы высекли на конюшне, если бы она потребовала относиться к себе как к благородной даме. Вы хотите, чтобы богатый мужчина отвез вас на хорошее море, он должен понимать, что вы ему ровня, и что вас никакими геленджиками или анапами больше не удивить, а это он поймет по вашему загару. Если у вас загар грядочный, то это сразу дорога в Кисловодск, и будете там кислородные коктейли пить, это я знаю. А если у вас загар как надо, морской, ровный, то это прямая дорога в заграницу. Меня так мужчина отвез на Италию, и город такой интересный, прибрежный, Тольятти.